Команда «Самарочка» из России на чемпионате мира впервые. Она единственная выступает сразу в двух номинациях – в классической и степ-аэробике. Подготовка была действительно психологическая, потому что первый раз очень тяжело выходить на сцену чемпионата мира и понимать, что ты еще и что-то можешь, то есть на что-то претендовать. Новичкам всегда везет. Команда выиграла сразу две серебряные медали. У нас в команде все дружные, и мы стараемся работать слаженно. Мне очень нравится выступать, от этого идет большая энергетика. Фитнес-аэробика позволяет веселой и музыкальной форме заняться спортом. Любой школьник может почувствовать себя чемпионом, конечно, приложив усилия. Идея провести чемпионат мира в России принадлежит Ольге Слуцкер. Фитнес – это база здорового образа жизни. Это же не только упражнения, это и правильное питание, это и правильное эмоциональное состояние, позитивное. На чемпионате море позитивных эмоций получили не только участники, но и те, кто приехал их поддержать. Алексей здесь болеет за команду дочери. Все хип-хопы, степы, это все жестко, резко. А наша команда, она женственная, хотя девчушкам там по 13 лет. А пятилетней Юле понравились все команды. Нравится костюмы, музыка. Из приехавших на чемпионат сборная Чехии самая многочисленная. Ее представляет более 200 спортсменов. И впервые в соревнованиях участвует команда из Индии. Еще недостаточно профессионально, но зато душевно. NTD, Москва, Россия.